Привет, с вами Ниярл, и это каст матча 1 на 1 между игроками Тиксениус и Капитан Дарк Рику. И Капитан Дарк Рику играет за Апотекария, Тиксениус за Форс Командера. И Дарк Рику является одним из лучших игроков за Апотекария из тех, которых я знаю. И, конечно, как и многие игроки за апотекариев, он, ну, скажем так, немного неизобретателен. У него есть его любимая тактика, его болтер с автоматическим огнем. Эти ваши новые тактики ему даже не сдались. Тиксениус, в свою очередь, я знаю его как игрока за орков. Я видел множество хороших реплеев от него. Но здесь он играет за космодесант. И уже видны отличия от его стандартного, от стандартного космодесантского билда. Три скаута. Хотя, я думаю, три скаута это тоже довольно стандартный космодесантный билд. Но интересно, что он сможет сделать с штурмовыми десантниками. Дарк Рику, потому что я уверен, что Дарк Рику будет их строить. Он апотекарий. Все апотекарии делают штурмовых десантников. Конечно, Тиксениус мог бы дать своим скаутам дробовики, но в таком случае они будут довольно малоэффективны против тактических десантников, против которых, в свою очередь, ну, относительно эффективны снайперские винтовки. Мне довольно интересен его выбор, что он сделает. Командор будет вынужден отступить. В принципе, он сейчас просто задерживает врага от захвата этой точки. Пока его скауты... Одному отряду скаутов он уже выдал дробовик. Похоже, он собирается качать их в дробовики. Посмотрим. Да, Force Commander уже отступает. Три отряда скаутов. У двух из них дробовики. Будет ли он апгрейдить третий? Не знаю. Итак, Тиксениус поставил две силовые точки. Ни на одной из них еще нет генераторов. И посмотрим. Нет, у одного отряда скаутов еще нет дробовиков. Возможно, что у него просто еще не хватает энергии на это. Он ему... И он им их выдаст. У Дарк Рику есть один генератор. У Тиксениуса все еще две поверноды, одна из которых сейчас будет взорвана. И... Да, эти скауты с дробовиками довольно быстро сносят генераторы. Конечно, не так быстро, как огнемет, но все равно с нормальной скоростью. То есть без дробовиков они их бы разбирали тут полчаса. Надвигаются тактические десантники. Похоже, да, Тиксениус перестраивает поверноду. И эти скауты перекапывают точку. Четвертый отряд скаутов, да, я не думаю, что я упомянул. Тиксениус сделал четвертый отряд скаутов. Интересная тактика. И этому отряду он выдает снайперские винтовки. Это отличный выбор против тактических десантников. Потому что против них, ну, обычные скауты довольно малоэффективны. Потому что у тактикалов очень много жизней. А скауты такие хиленькие, носят не такой уж и большой урон. И Дарк Рику... И да, против скаутов очень эффективны дробовики. Не дробовики, они... Против скаутов очень эффективны огнеметы. Я сказал про дробовики, потому что в этот сам момент скауты сделали свой спецвыстрел. Эти скауты сейчас тоже будут вынуждены отступить от огнемета. Ожидаемые тактикалы вышли на поле боя. И снайперские винтовки этих скаутов будут очень эффективны с большого расстояния против этих тактикалов, против других скаутов и, в принципе, ассолтов, если они будут далеко. И броня рвения, я думаю... Нет, броня рвения была отменена, и на ее замену взят силовой меч. Конечно, он очень поможет против штурмовых отрядов, потому что их тип атаки это... Не их тип атаки, их тип брони — это тяжелая пехота. И против тяжелой пехоты очень эффективно силовое оружие, которым является этот меч. Конечно, сейчас командору уже поздновато драться с этими ассолтами. Он получил слишком много повреждений. Еще один генератор Тиксениуса разрушен. Конечно, эти скауты, скорее всего, тоже будут вынуждены отступить. Посмотрите, как мало урона они наносят этим тактикалам. И как много они получают от их огнеметов. Ну, довольно мало, на самом деле. И апотекарий вынужден отступить. И
Возможно, что даже ассолты. Нет, ассолты. Ассолты. Почему я сегодня так путаю слова? Да, тактикалы потеряли одну модель, а Аптекарий был вынужден вступить. Тиксениус в этой битве потерял немного скаутов. Но Форс Командер уже бежит на помощь, он даже не восстановил жизни до конца. И да, скорее всего, он точно заставит отряд ассолтов... Ассолтов? Опять ассолтов? Отряд тактикалов отступить. У них осталось всего 99 жизней. Конечно, еще парочка ударов могли бы помочь ему добить этот отряд. Но он почему-то решает просто расстреливать их с плазменного пистолета и не наносить удар. Конечно, очень неудачно. Уходи, говорит капитан Дарк Рику. И лечит своего тактического десантника. Я думаю, что если бы Force Commander все-таки нанес тот удар, то одним отрядом тактикалов стало бы меньше. Ассолты потихоньку пилят по верноду. Я не думаю, что им это хорошо удастся. Сейчас выстрелят дробовики. Они изначально были взяты для того, чтобы противостоять этим ассолтам, потому что они подавляют. И с ними ассолты будут долго летать. Да, летать отброшенные, не смогут сражаться в ближнем бою со скаутами. И похоже, что один из спецвыстрелов из дробовиков был нанесен. Да, вот скауты уже смогли закатить ассолтов, не потеряв ни одного члена отряда. Я не знаю, видел ли уже Дарк Рику этих скаутов со снайперскими винтовками, и сделали ли эти скауты что-то вообще. Ну вот сейчас он их точно заметил, потому что его ассолты мимо них отступали. И взят тот самый Mastercraft от Болтер с автоматическим огнем. Болтер смерти. Одно из тех оружий, которое делает Апотекария одним из самых сильных героев в игре. Это оружие очень полезно для убийства героев, потому что оно опрокидывает вражеских героев, мешает им отступать. И это очень сильное оружие. Два отряда скаутов, у которых уже даже есть сержанты, надвигаются на генераторы. Конечно, они не смогут так уж быстро их убить. Кстати, у этих скаутов до сих пор нет никакого дополнительного оружия. Возможно, что Тиксениус решил, что один отряд его скаутов будет просто для кэпания точек и подрывания экономики Дарк Рику, в то время как остальные будут уже сражаться. Ну, стыдно оставлять такой генератор. У него 34 жизни. О, гад. Похоже, Тиксениус это заметил. И что здесь происходит? Так, что там? О, гад. Возможно, что это было по какому-то другому поводу. И Тиксениус начинает переходить на второй тир. Дарк Рику уже там. И Дарк Рику в очередной раз уничтожил парочку генераторов Тиксениуса своими тактикалами, которые, в свою очередь, потеряли члена отряда от силового меча Командора. Но и Дарк Рику намного медленнее, но тоже довольно уверенно теряет свои генераторы этим дробовикам. И да, как я уже говорил, Дарк Рику уже перешел на второй тир, и он делает рейзербэк против армии, состоящей исключительно из легкой пехоты. Его рейзербэк будет очень эффективен. Ему даже не обязательно что-то сажать внутрь него, он может просто кататься этим рейзербэком и всех убивать. Тиксениус же сможет вывести хоть какой-то противотанк на поле боя, только когда у него доделается второй тир. Ему осталось еще четверть. И я не знаю, что это будет. Возможно, что кулак Форс Командера, возможно, что он сделает не знаю, девастаторов. Кстати, если бы этот Razorback захотел, он бы убил этих скаутов. У скаута осталось 9 жизней. Это упущение со стороны Дарк Рику. Довольно глупое, кстати. Да и этих скаутов, в принципе, он мог бы сейчас просто ехать этим рейзербэком на базу к Тиксениусу, стоять там и всех расстреливать. И Тиксениус, похоже, решил... Я не знаю, что он решил. Но он решил... Похоже, что он решил не убивать этот рейзербэк. Не знаю, почему. Потому что он сделал этого библиария, который, в принципе, не является противотехникой. И... Да, он все-таки делает девастаторов. Он, скорее всего, выдаст им лаз-пушки. Ну, не скорее всего, он точно выдаст им лаз-пушки. Зачем бы он еще делал девастаторов?
Он выдаст им лаз в пушке и убьет этот Razorback. Шансов спастись у него практически нет. То есть, в принципе, все, что ему нужно, это чтобы Razorback попал в зону обстрела, потом он будет парализован и убит. Библиарий бьет смайтом по этим десантникам, не наносит так уж много урона. Генераторы Тексениуса, не знаю, в десятый раз за эту игру умирают. И лаз пушки у девастаторов. Ха. И библиарий дает им свою ускоряющую способность, я не помню, как она называется, простите. Которая позволяет им стрелять, не разворачиваясь. Помимо увеличения скорости. Конечно, это довольно интересно. Посмотрим. Девастаторам нужно два выстрела, чтобы убить этот Razorback. Вот, посмотрите. Всего у него 400 жизней, осталось... Да, 209. И выстрел по задней броне. И Razorback мертв. В принципе, довольно... Я бы сказал... Да, конечно, это потеря со стороны Dark Riku. Но теперь у Тексениуса есть один лишний отряд, который будет ничего не делать. Хотя да, он может им перекопать точки. И Dark Riku на одну секунду начал делать еще один Razorback, но потом он понял, что это бессмысленно. Скауты в очередной раз расстреливают генераторы. Командор с огромной скоростью улепетывает от этих штурмовых десантников. И сейчас улепетывать будут уже сами штурмовики. Да. Тактическое отступление. Может, даже потеряют кого-нибудь. Не потеряют. Аптекарь их полечил. И да, отступает уже Force Commander. Конечно, да. Тактикалы получают дробовиком в лицо. Библиарий кидает их потихоньку. Тактикалы сейчас начнут терять модели. Да, и Dark Riku это замечает. Отступает ими. Если апотекарий... Да, я именно это я и хотел сказать. Если апотекарий применит автоматический огонь, то библиарий будет вынужден отступить. И... Да, теперь Тексениус наконец-то выдал двоим своим отрядам со снайперскими винтовками... Двоим своим отрядам скаутов снайперские винтовки. До этого снайперские винтовки были только у одного отряда. И сейчас Dark Riku переходит на третий тир. Возможно, он хочет сделать терминаторов. Я, честно говоря, не знаю, зачем бы еще он переходил на третий тир. Ну уж явно не для танка, учитывая, что его соперника есть девастаторы. Может, для Лендрейдера. Хотя, я, честно говоря, не видел, чтобы Лендрейдер использовался в играх 1 на 1. Вообще, с начала Ретрибьюшена. Скауты со снайперками ничего не смогли сделать против этих ассолтов. Апотекарий, да, собрал идеальный набор нагибатора апотекария в виде мастеркрафта от Болтера, брони чистоты и улучшенное медицинское снаряжение. Посмотрим. Да, солты будут вынуждены отступить. Возможно, они успеют порубить парочку скаутов, прежде чем они будут вынуждены отступить, но в целом... Да, скорее всего, именно это они собираются сделать. Один скаут мертв, второй скаут... Уже один ассолт мертв. Ну, конечно, самому надо быть поосторожнее, потому что его ассолты стоят намного дороже скаутов. И да, я думаю, они понесут еще несколько потерь. Уже нет. Их полечил апотекарий. И капитан Dark Riku перешел на третий тир. Что же он собирается сделать на третьем тире? Да он в очередной раз жгет генераторы Тексениуса, хотя только по верноду, не генераторы. Тут лежат обломки Razorback'а. И... Тактикалы, да, потеряли еще одного члена отряда. Конечно, они... Может, они... Нет, не... Да, с каждым ударом меча командора они теряют по 100 жизней. Но... Да, командор уже не сможет его добить. Он добежал практически до базы. Тексениус в очередной раз перекапывает точку влияния Dark Riku. Я откучусь, что он практически всю игру от них не отступал. И я... Да, у меня откучусь, что я пропустил какое-то хорошее использование скаутов со снайперскими винтовками от Тексениуса. Может и нет, может они просто ходили и все перекапывали. Да, Dark Riku, скорее всего, копит на терминаторов.
Хороший выбор для апотекария, учитывая, что он их может лечить и делать их еще более мощными, чем они сами по себе являются. Тиксениус тоже переходит на третий тир. Возможно, он закажет штурмовых терминаторов. Возможно, что-нибудь другое. Кто знает. Да, эти скауты в основном только перекапывают, и тут происходит битва. Библиарий и Force Commander, как лучшие друзья, всегда ходят вместе. И Библиарий оказывается отброшен автоматическим огнем. И если бы рядом не было Force Commander, он бы был уже убит. Потому что на нем бы просто сконцентрировали атаки штурмовые десантники. Возможно, что он даже сейчас погибнет. Нет, я не знаю почему. Это уже второй раз, по-моему, или третий в игре, когда Дарк Рику упускает возможность добить отряд. То есть он мог прыгнуть на этого Библиария и просто добить его. Один удар, Библиария нет, у него было там 50 жизней, когда он начал убегать. Ну ладно, это дело Дарк Рику. Но, конечно, ассолты еще вполне живые. Они еще способны всех убивать. И терминатор выходит на поле боя. Как и ожидалось. Вот они, эти красавцы. Тиксениус только что перешел на третий тир. У него не очень много энергии. Довольно много влияния. Посмотрим, что будет дальше. Да, я опять на протяжении всей игры не смотрел на точки победы. И они довольно равны по ним. То есть, конечно, Рику выигрывает, но ничего... То есть, никакого особенно большого преимущества нет. Эти терминаторы, они могут взять ассолтку, они могут взять огнемет. Все будет очень эффективно. Огнемет, потому что основная часть сил Тиксениуса — это скауты. Ассолтка, потому что она просто наносит огромный урон. И сейчас все три точки находятся под контролем Рику. Да, похоже, выигрывал Тиксениус. Я почему-то ошибся, сказал, что выигрывал Рику. Выигрывал Тиксениус, у него больше очков. И Force Commander сейчас погибнет. Это сила автоматического огня. А, на поле боя вышли штурмовые терминаторы. И сейчас этому Библиарию надо бежать. Сейчас-то уж Дарк Рику точно не будет рисковать. Один из этих ассолтов взлетает и приземляется уже мертвым. И возможно, что именно эти штурмовые терминаторы смогут повернуть ход боя. Хотя, ну, не то чтобы ход боя надо было поворачивать, они и так идут примерно вровень. Штурмовые просто терминаторы с ассолткой за считанные секунды убили этих скаутов. Штурмовые терминаторы телепортируются и начинают околачивать своих... не таких рукопашных братьев. Да, Force Commander все еще лежит. И... о, грозовые когти. Это позволит ему очень быстро кромсать этих терминаторов. Это позволит ему очень быстро кромсать все, что угодно. Главная опасность для него, впрочем... да. Эти тактические десантники... с плазменными винтовками могут нанести довольно много урона. У него, конечно, очень много жизней. Но плазменные винтовки все равно наносят приличный урон. Конечно, эти тактикалы могут быть связаны в ближнем бою. Что, я думаю, он и сделает. Как только сможет. Force Commander встал. Так, тут что-то происходит. И телепортируются терминаторы. И, конечно, их главный минус в том, что они очень медленные. Телепортировать их вдогонку штурмовым десантникам было, я думаю, не очень хорошим решением. И что эти терминаторы сделают? Мне кажется, что сейчас, как бы, Тиксениус держится только на этих терминаторах. И, да, несмотря на то, что Дарк Рику отбросил этих скаутов от точки, они все равно смогли ее додекэпать. И сейчас все еще выигрыш за Тиксениусом, то есть у него еще больше точек, и точки победы капают в его сторону. Force Commander, сверкая от бафа, прибегает на точку и убивает, не убивает, заставляет отступить этих скаутов. И
Сейчас эти терминаторы в нерешительности. Потому что Тиксениус понимает, что если он нападет на этих терминаторов, то его будут расстреливать тактикалы. Если он нападет на тактикалов, его будут расстреливать терминаторы, нанося им очень много урона. Ну, это такая довольно неприятная ситуация. Штурмовые терминаторы нападают на солтников. Они, как всегда, просто прыгают. И автоматический огонь, я думаю, был применен. И форс-командер в очередной раз ложится. Но зато штурмовые терминаторы вступают в бой. Они связывают тактических десантников. Пока терминаторы смотрели куда-то в другую сторону. И посмотрим, что штурмовые терминаторы сделают. Возможно, они вообще захотят пойти на базу к Даркрику и убить там кого-нибудь. Я, впрочем, в этом сомневаюсь. И Тиксениус в очередной раз довольно неудачно потерял своего командира. И его терминаторы зачем-то... Да, сейчас, конечно, возможно, он заставит отступить Даркрику. Может и нет. Он получает довольно много урона. Так, ладно, тут довольно патовая ситуация. Что происходит здесь? Два отряда скаутов вынуждают отступить один отряд скаутов. Как там термия? Все еще медленно идут. И сейчас они находятся под обстрелом плазменных винтовок и болтов Кракена. Они получают довольно приличный урон. Кстати, я думаю, что эти терминаторы потеряют еще одну модель очень скоро. И за сим Тиксениус отступит. Ну или Тиксениус потеряет одну модель очень скоро. Хотя возможно, что терминаторы... Да, терминаторы были добиты. Это большая победа для Тиксениуса. Сейчас ему нужно... И он добьет, возможно, этого библиария. Это будет большая... Это очень большая потеря для Даркрику. Сейчас ему нужно просто отступить и закрепить свою победу. И сейчас... Вопрос в том, сможет ли он отступить. У его терминаторов довольно мало жизни, они не могут отступать. Они только что применили телепорт. Эти тактикалы идут за ними и расстреливают их. У Даркрика очень мало сил, но у Тиксениуса их тоже не так много. У них осталось 800 жизней, и они решают сражаться. Как бы это ни было их последним решением. Да, у них очень мало жизни, 400. И я не думаю, что это их потеря была бы проигрышем для Тиксениуса. Потому что, ну, у него преимущество больше, чем у Даркрику, который также потерял терминаторов. Да, они погибнут, они мертвы. Все. Терминаторы погибли. Бляри в опасной ситуации, ему надо отступать. Нет, он не отступает, он был не в такой опасной ситуации, как я думал. Но все равно в довольно неприятной. И сейчас он бежит за тактикалами. Форс Командер, в свою очередь, отвлекает на себя Аптекария. И Библиарий убегает. Тут скауты опять стреляют генераторы. Очень хорошо, что Тиксениус никогда, даже в минуту самого отчаянного боя, не забывает о том, что генераторам врагов жить нельзя. Жить могут только дружественные, добрые генераторы. Мягкого... по-моему, это белый цвет. И кто еще? Еще одни терминаторы высаживаются на поле боя. И Тиксениус делает ленд-рейдер. Эта игра только что стала в миллион раз лучше. Потому что это первый раз, когда я вижу ленд-рейдер в бою в 1 на 1. В реплее высокого уровня. В принципе, просто в 1 на 1. Я его тоже не видел, потому что я последний раз в 1 на 1 играл еще во времена беты. И Тиксениус сказал: сумасшедшая игра. Думаю, сейчас ты уже выиграл. Но, возможно, ему еще рано сдаваться. У него есть небольшое преимущество по ресурсам. У него есть преимущество по точкам победы. Даркрику говорит: будешь сдаваться. И Тиксениус говорит: а, я забыл, что у меня еще отряд на базе был. Возможно, он еще не будет сдаваться. И что он сделает? Конечно, он уже доделывает ленд-рейдер. Сейчас у Тиксениуса осталось очень мало очков победы. У Даркрику осталось еще меньше очков победы. И ленд-рейдер! Ха-ха, какой красавец! Ленд-рейдер, вот такой вот он. И сейчас все три точки находятся под контролем Даркрику. Сможет ли Тиксениус вырвать победу в последний момент?
Да, он, ну, не знаю, сможет или нет, но он пытается это сделать. Он перекапывает одну точку. Он в данный момент идет ко второй. Его скауты получают огромный урон. Они вынуждены будут отступить этими ассолтами. И Лендрейдер въезжает на поле боя. Он атакует этих тактикалов. И на поле боя выходит еще один отряд штурмовых терминаторов. Сейчас шансы на победу Тиксениуса и Даркрику практически равны. Я бы даже отдал предпочтение Тиксениусу. Их очки практически равны. И сейчас они капают в сторону Тиксениуса. То есть он выигрывает. Очки вычитаются у Даркрику. И все три точки находятся в данный момент нейтральны. Лендрейдер. Я не думаю, что он явился причиной того, что Тиксениус вырвал себе победу, а я уже думаю, ну, по-моему, он уже победит. Потому что все, что ему сейчас надо, это, ну, несколько секунд продержать точки, и враг уже точно не успеет их перезахватить. И Тиксениус говорит: ого, ГГ! И он выиграл! Это было эпичное превозмогание. Прекрасная игра. Я рад, что мне она попалась. Конечно, это была очень красивая игра. Множество потерь от обоих игроков. Ситуация переходила из рук в руки. Казалось, что победа уже у Даркрику, потом у Тиксениуса. И потом у Даркрику, но он сделал Лендрейдер терминаторов и превозмог. Это было очень красиво. До свидания. Надеюсь, вам это понравилось так же, как мне. Подписывайтесь на мой канал, рассказывайте своим друзьям-доверастам о моем канале, потому что мне бы хотелось расширить количество зрителей. До свидания!